Green Tea TV представляет. В Корее, когда собираешься на свидание, можно внезапно задуматься, кто же платит, парень или девушка? Ну, традиционно сложилось, что за все платит парень. Еда, кофе, кино, такси. За все. Традиции традициями, но в наше время все зависит от людей. Иногда азиатские девушки не прочь заплатить. Милый, ужин был чудесным. Давай я куплю кофе. Но иногда парню приходится платить за все. Милый, ужин был чудесный. Может, закажем вина? Но в Корее не стоит даже предлагать платить каждому за себя. Отличный ужин. Все было очень вкусно. Так, я взял себе салат за 4000 вон. Ты взяла пасту за 3000 вон. Вот моя доля за салат. Чего? За кого он себя принимает? Как видите, на свиданиях в Корее довольно редко. Каждый платит сам за себя. Так что обычно платит парень. А кто платит в вашей стране? Оставьте свой комментарий или видеоответ. Ну, скоро еще увидимся. Пока-пока. Пока. Так-то я девушка из Кореи. Я шучу. Озвучено специально для Green Tea TV.